Всем доброе утро, ребят. Ну что, вчера отвечал ВКонтакте вам и уже сегодня решил записать видосик по поводу кузницы Лепрекона. Открылась у нас на русском сервере. Наконец-то мега халявная акция, в которой можно получить топовые плюхи. Это кузница Лепрекона. Вот так вот она выглядит. Странно, что она появилась именно на русском сервере. В общем, войти в игру один раз в день и потратить один самоцвет, и вы получите плюхи. В общем, какие плюхи, какие условия. Входите в игру каждый день, чтобы получить по 2 единицы каждого материала. Потратьте минимум один самоцвет, чтобы получить еще по 2 единицы. То есть максимум. Вот нажимаем вот так вот забрать. Вуаля. Потом заходим, ну, например, там, я не знаю, можно здесь потратить. Что там у меня за задание такое было? Зайти, нажать, например, вот так вот 10 самов, либо оживить героя. И у вас должны появиться еще дополнительные попытки. Самое основное здесь — это коды. Правильные коды дают определенные плюшки. Вот, потратили мы самоцветы. Отлично. Вот, соедините 8 любых материалов, чтобы получить случайную награду. Вы должны использовать хотя бы по одному материалу каждого вида. Увеличьте на иконку стекла. Так. Комбинации. Попросите своих друзей. В общем, вот так вот. Все меняется. По поводу плюшек, сейчас я вам прочитаю, часть из них есть в группе Castle Clash, ссылочку я оставлю в описании, также КД я оставлю в описании под видосом, потому что это надо или иметь кучу гостевых аккаунтов, чтобы щелкать, либо кучу друзей и все разные КД вводить, поэтому не у всех получается, и плюхи всем нужны разные. Так, что у нас интересного есть по плюхах? Сейчас еще и акции, кстати, обновятся. Такс. Смотрим, сейчас скажу вам. Что уже известно? Так, 2, 2, 3, 1. То есть 2, 2 водоросли, 2 раковины, 3 устрицы, 1 морская звезда. Это 500 камней пламени. 2, 1, 1, 4. То есть оно все в порядку. 250 камней апогея. 1, 2, 3, 2. 1 камень судьбы 13 скилла. То есть халявный камешек, кому надо 13 скилл качать. В принципе, неплохая плюха. Потому что камешки пламя апогея можно достать, а вот на 13 скилл реально сложно. Также, ребятушки, 2, 1, 2, 3, 3. Это у нас скин на ПБшку. Вот так вот, то есть можно получить халявный скин на ПБшку. Я думаю, его тоже многим стоит забрать, потому что ПБшка такое. 4, 2, 1, 1, 2 мешка Prime Rune 8 уровня. 3, 2, 2, 1, это 1000 самоцветов. Еще есть руны эмблемы. Никто не знает его. В общем, я оставлю вам ссылочку в описании под видосом по поводу акций, какие есть коды, а вы пишите коды, какие вы знаете, кто какие пробовал, только не вводите заблуждение. Мы уже будем потом, я буду дополнять сам, с проверенных источников проверять, чтобы другие просто не путались, потому что хватает товарищей, которые лишь бы написать, лишь бы не себе, себе нехорошо и другому, то же самое, вот так вот. Так, 34 секунды у нас осталось. Сейчас мы обновим акции. Уже и посмотрим, какая сегодня еще халява есть на русском сервере. Что у нас такого интересного будет. Многие спрашивают по поводу гильдии, что я решил. Еще пока ничего не решил. Переименую. Кстати, сейчас заодно зайду, пока есть время. Посмотрю, сколько у меня там стирачек хватает. А, 41 сможем переименовать.
сделаю нормальное название, чтобы могли вступить, и будем с вами трешивать. Так, окей, поехали, смотрим, какие награды есть. Сегодня у нас выходной, суббота. Кто проснулся, тот красавчик. Кто нет, тот тоже красавчик. Колесо удачи, парящий остров. Так, набор одного самоцвета. Нифига себе. Нифига себе. Заходим, смотрим наборчики. Огников, как обычно, не завезли. Есть космо. Блин, капец. IGG. Ну, что за рынок? Вот что это за рынок? Это бред полный. Зато есть... Ого, нифига себе. Нифига себе, посмотрите на эти наборы. Ну тут красавчики. За один самоцвет, да, а за два просто супер. За два самоцвета. Короче, такая вот, ребятушки, халява у нас сегодня на русском сервере. Поэтому обязательно заходите, забирайте, посмотрите, какие топ. Вот это хороший набор за один и за два самоцвета. Это, наверное, нам компенсация за мучение на русском сервере. Так, парящие мне попытку что-то не дали. Цветущие, разбей яйца, большая выгода. Временные акции. Ну, даже такие наборы все равно не перечеркнут тех 4 или 5 дней, которые люди не могли войти в игру. Так, еще у меня места здесь не хватает на аккаунте. Вот так вот. Вот, в общем, у кого появились новые коды, пишите, будем смотреть их. Поэтому вот так вот. Такс, это у меня заплюшки такие остались. Давайте пооткрываем. Пооткрываем, посмотрим, что тут падает. Так, с первого коробка, отлично. Со второго 150, ну, тоже неплохо. Дальше идем. Третий сундучок. Отлично. Четвертый. О, ничего себе, 5 коробочек. Ну, для бездоната, я вам скажу, это реально очень крутые плюхи. Еще 5 коробок. Нифига себе. Свалим. Это все, по-моему, больше нам ничего не падает. И стрелок скин. Еще сумки Валентины, по-моему, страты у нас собрались. В общем, такие вот плюшки на русском сервере. Акции пока, к сожалению, там, где халявный был космо, на других серверах уже по второму, по третьему разу запускают. У нас на русском сервере, к сожалению, пока этой акции нету, и непонятно, когда она будет, будет ли вообще. Вот там действительно халява не такая, как здесь, там халява намного круче, либо стак кулаков, либо другие плюхи, но, в общем, там свой движ. Так, мне надо, и теперь лимит, блин, сделайте этих яиц тоже 50 тысяч, ну вот реально, куда их девать, как их открывать, каждый день вечно это лажа, я, может, хочу фиолетовые открывать, а мне приходится открывать вот это вот срань по 120. Еще и на складе, блин, куча. Так, а ну-ка давайте еще разок пробежимся по акциям. Лепрекон. Выращивает цветущие яйца. Ну что, в яйцах сегодня. Сокровищница, она вчера началась. Ну там, как обычно, не играйте в сокровищницу, я уже показывал. Не сливайте самоцветы, только зря сливаете. Космо, Огнекрыл, Бугимат. И что не меняет. Зефир они хотят продавать целого. Хотя он стоит столько, что, ну, могли бы просто запихнуть его за 5-6 паков. И люди бы, я думаю, играли бы в яйца. А так, сами себе делаете хуже. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты. Ставьте, как обычно, лайки. Делайте репостики. Пишите по поводу лепрекона, и будет вам счастье. Подписывайтесь на канал, все дела, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.